Томаса Крика признали виновным в 8 убийствах. Однако он заявил, что на его счету еще 20. Как можно осудить за убийство, если нет никаких признаков совершенного преступления? Попробуем покопаться в архивах. Вдруг что-то всплывет. Если что-то пойдет не так сразу, нажимайте эту кнопку, мы рядом. Вы признались в десятках убийств, но ни одного свидетеля. Ни следов ДНК, ничего, что указывало бы на вас. Как вам это удалось? Обвинение не может так ошибаться. Меня больше нет. Меня больше нет. Меня больше нет. В кино с 14 ноября.